Ребят, не знаю, видно меня или нет. Я иду сейчас к Сашелю в машину. Он подъехал, все-таки уговорил меня погулять. Хотя мне очень хотелось, вся эта ситуация с миндалинами и с нашей системой здравоохранения и полисов страхования бесплатного. К сожалению, очень-очень хуёвая. Ну вот Сашель, по-моему. А вот и Сашель. Привет, привет. Поехали на нашем новом Мерседесе. Какой у тебя? 600? Да. SL? SL, конечно. Коробку спорт забыл перекрыть. Так, он не выпадет? Готов! У нашей машины сдулись колеса. Оба колеса, блядь, левого. Да, мы наехали на болт. На болт. На несколько болтов. Да, на чей-то болт. Вы посмотрите, оно же сдувает. Прям шипит. Слышно? Смотрите. Вон, где он? Где он? Где шипит? Вот. Вот это ты да. Вот. Не фокусировать нихуя. Бля, нихуя себе гвоздь. Это же гвоздь, да? Бля, нихуя. Головкой, блядь, пошел. Вот из колеса, что мы достали. Деревяшки с гвоздями. Да, кстати. Это вполне возможно, ловушка. На самом деле. Школьники опять нас выиграли. 1-0. Нет, 2-0. Два колеса. Мы сейчас поедем отыгрываться, да, по-любому. Смотрите, у меня пиздюки. Не, я так как бы только за тупо. Хуя ебаш, блядь. Ну да. Гуляй, рви. Жги, гуляй. Я, прикиньте, испугался серьезно вот этой штуки. На, погладь. Погладь кота. Лобик. В общем, вот это наше прибежище. Бас, ты же еще не видел самую тему. Да я не видел самую тему, сейчас ее посмотри. Блядь, самая тема. Не, ну это прикинь, я курнул бы, короче, точно бы испугался такой. Дэн, че, крокодилы, блядь. Динозавр, динозавр. Бля, вот это хотел попылесосить в итоге так. Ну что, давайте кальян, да, покурим, что. Ну да, сейчас. Блин, идем. Саня, ты если в кальян бросить этого. Да. Как называется? Брокколи? То заебись. Брокколи? Ну на камеру брокколи. Вообще цветопередача идеальная просто. Ну посмотрим. Мертвых Найка. Вот такая банна, например, у Денчика. Я хочу обратиться к пиздюкам. Пиздюки, играйте в Майнкрафт. Вот вам идите за мной. Лайфхак немножечко небольшой, советский, Майнкрафт. Берете, строите дом. Блядь, строите дом. Это не подходящая деталь. В общем, как-то... Самый опасный преступник всех времен. Вот так. Вы его знаете? Молодяк молодой! MC Loser! Ууу!
Слов не помню. Ска. Ну вообще жесть. Какая работа вообще может быть в таком состоянии? Не, я тоже после такого выходил на работу. Даже не после такого. Я выходил после того, как домой возвращался в 6 утра. Но это уже жесть была. Ну, нужно, походу, это всегда. Она там ночует. Да. Да. Ой. Что, нам сломали? Там сломали. Почему? Закреплять держатель. О. Ну вот мы вышли списки, совписки, а-ля 2007-2009 год, тире, в поисках правды, потому что уже 2 часа ночи, мы без машины, мы решили идти пешком по дворам. Да. Ну вот. По нашим дворам, нашим, вот наши, это наши дворы. Наши дворы, мы держим дворы, у нас несколько дворов. Ну это мало. У кого-то район, а у кого-то дворы. Да, Саша, кстати, к тебе обращение. Не будем фамилии называть тут. Угу. Но. Но мы... Беху мы твою запомнили. Да. Только не поджигай ее, как Борецкий, Стас. Ну так вот. Я думаю, неплохо. Неплохо. Привет, ребята! Меня зовут Максим Куле. Я приглашаю вас на фестиваль, на котором я буду участвовать 27 числа в саундбар. Банка. Приходите, там еще гук будет. Хардом шейк, блядь.